Их любое вкуснее уже. Что, у нас перекур, да? Или что? Ну, может, не без перекура. Фаглы. Это не куришь, ты можешь сидеть, а мы курим как. Пройдите голосование, кто за, кто против. Можно быстренько пройти. Быстренько надо пройдем. Просто сейчас сразу пойдем. Можно рыбу? Проверите, взяли ли вы квест на синдром. Вон справа рыба. Подождите 5 секунд. Ну или там... посмотри. А чё сегодня с нами Вага-то не играет? У вас нету прав на ссылку, у вас 2 БР, так что смотрите. Да я знаю, что ты давно там, а чё ты? У нас ещё 2 СС есть. Чё, сразу СС на хулипало? Дайте шкаф, присмоньте коника. Выберите две цели, которые 100% сдохнут. О, если угадаю, могу всю голду за продажу себе оставить, да? Дайте шкаф. Мирал и... Холи пал. Ты попал, хули? Ну ладно. Не, ну, ребят, мы можем с тобой договориться, и это будешь ты. Хер, стыр, хила. Да я и так. Триер, шамов. Триер, шамов, Т4, ух. Ух. Так, ребят, я кидаю на Войда. Потом, и наверное, на кину на дне. Короче, я на кого-нибудь в РДД-зоне накину. Забудьте выпить саппорта еще раз. Не знаю, там тотем или лед. Давайте узнаем, кто вагон в рейде. Кого меня не... Дайте вапу. На джайву. Можно сейчас умереть и тебя поменяют на джайну, да? Лайфхак, да, коника? Адмирал, тебе писать в личку, когда это будет лоба? Все, прикинь, никто не умрет. Не, с такой акцией я умру. Но акция работает в двух направлениях. Холи Пау чуть не умер до пул. Ну вот близко, да. Ебать, вы вагоны! Серьезно? 5 штук. Два надо давать. Метки. Давай отметка. Хил остался в рейде. Ну, у нас шаман, ДЦ и Матиола, Эрдру. Ну, после фазы 2 шамана станет 2 БР. А, у нас забыли мертвы. СС на друидах был? Тело жива. Делорус угадал с СС-ом, да. Метки развеять. Матилового котенка Бернер. Ничего не тотем. Блядь, сломайте гробницу, мне хуёво.
получится. Стоите, бьете босса, блять. Справа, слева две гробницы. Что, начислять пора? Да. И пока человек. Есть смысл Холипала поднимать? Он уже поднят. Он живой. Отдал на маму. Джонни, бери, стой. Легче бежать. Пять хилов. Из шести. Красиво. Милики, не набирайте амуражи. Метки. Пять хилов осталось. Левого помогите. Коли паладин, нахуя 5 стаков, блядь, стакаешь? Тише, чё ты? Он же с тобой ничего не ролит, чё ты начинаешь? Блядь. Тихо. 10% фаза. Ещё одна звёздка будет. Метки. Не разбейте в центре. Нет, пожалуйста, не разбейте. Автоатаку. Блять, сейчас еще одно разобьете. Ребята, блять, стойте! Не двигайся! Гречка, а че ты побежал? Ты нормально стоял. Об этом не знал. Думаешь, нам видно, что ли, сразу? Глыба, глыба, глыба! А я умираю. Хватит стакать, Фрейд. По центру. Коват. А сейчас танк. Дайте диван. Ну, с падающим хилом, конечно, нет смысла. Сколько смертей было за этот пул, вообще кто-нибудь считал? Ну, 5 в начале, потом 3 от головы, 1 от удушья. А чё сейчас, на танка кинулась глыба, получается, и второй танк умер? Ага. Не прохилил Холипал, который умер в тот момент.
Там были хилы, можно было. Шкаф поставьте, присумоем, кто кому? Далеко стоит. Кому? Думаю, шаман, у которых были эти... Если чё. Освобождёнки? Угу. Пока да, при чём? Метки лево, право. А можете линкануть урон от освобождения? Ну, у меня адмиралский абсурд неправильно считается единственным. Сейчас скину. Не-не-не, урон от освобождения. Ну, нет, я думаю, там много было. Лечение такого, на синдрение. Нет. Чувство освобождения. Синдрение. В смысле? Нет. Ответный удар. А, смотрите, есть, есть, спокойно. Есть. Трейдот, первые так четыре. Так, у меня... Неликс. Можно сразу по косарю? У меня же это, Мадонна автоматически написала. Неликс, 322. 2 стака всегда было. 2 стака. Не больше 2 стаков на мне всегда. До 0. Третьей фазы сморчок, пипал, Нелли. На третьей фазе, ну, там уже вайпнулись, практически никто не успел. Ну, Нелли только. Если на вас падает освобожденка, вы вообще ни одного стака не должны брать. Просто стоишь и смотришь на себя. Лучше отвернись, не смотришь. Урона наносит он. Да ты ладно, знаешь, не из-за Неликса вайп был. Урона у нас наносит эта освобожденка по нам. Знаю. Ребят, не из-за Неликса. На третьей фазе. Дайте сумон. Пожалуйста. Смотри, сколько урона. Утка на замене. 1500 от каждого мяка стака. Мяка зонтик ты на замене. Две. У меня 2 стака. Никогда больше 2 стаков не было. Не принимай пока сумон, подожди. Вылететь отсюда. Смотри, и ты каждому... мегазонтик. Ты каждому участнику в рейде наносишь по 2000 за каждый стак. То бишь за один стак ты наносишь по рейду 25-35 тысяч урона за каждый стак. И у тебя покинь рейд. 2 стака это 60 тысяч урона по рейду. Потому что пианист. Андрей, там на второй фазе еще один есть дебаф, повышенный урон на нас стакается. И если кто-то с освобожденкой, то соответственно... А так и до этого не доходило на третьей фазе? Ты со стаками просто в бок уходи, и потом ничего не кастай. Сумоньте. Казума присмотрите. СС откатились? 2 СС нету, у Казума только есть все. Казума повесишь сейчас на холле Пава? Ну, 2 БР откатится через минуту 30 по обоих. Инту. Джонни, чуть поближе к боссу, стой, у тебя чарки нету, быстрее ты. На готовность. Инту, инту. Миша. Саш, запускай. Остальные сити, жрите рыбу. Рыбы-то нет. Мы все умрем. Но это не точно. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскала унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! На 4 хилах, на 5. Джонни, тотем, не уходи туда. Тебе дыхание болит. Молодец. Джонни. Метки вынесли.
Что? Что это было? Артемий, твой косяк? Я на рендже стою. Артемия! Бан народ, Артемия, Кавалат, Прости, Делоуса, Адмирал. Тони, вынес метку. Сейчас сдохните. Я стою на рендже! Кто не вынес метку? Можно посмотреть. Ромб стоит на рендже, квадрат на рендже, трусы на рендже, череп на рендже. На мне было крест на рендже. А луна на рендже? Луна нет. Прости. Прости. А я думаю, что глупо не бьют. Я думал, вы там боссы шурит, на элите. Кто слышал озвучку? Блять. У них нет мозга. ДБМ просто сказал. А где включить эту озвучку? Хватит шипеть, а. Блядь, я не могу, да? Я сейчас сдохну. Пианист начислишь? Сука, жди слез. И еще там кто-то не умер от притяжки. Опять. Ой, не убежал. Котелок. Сейчас я скажу, кто не вынес это, блядь. Ресните, мы тут немножко дальше лежим. Ну, себе сказать. Ресните Фарада, чтобы он это стол поставил. Ой, жди своей очереди. У меня хавки нету, давай с того вкуса. Алена, присоедини, пожалуйста, в чат. Если ты меня слышишь, котенок. Суманите. Кого? Сори, кого? А что, не видно, что ли? Нет. Просто такой маленький. А кто говорит? А вот угадай с трех раз. Делюкс, говори. Опа, у нас Делюкс вернулся? Опа. Это шутка это, но... Ну? Хороший бульвар. Приста бафните. Мазбаф. Так, метку не вынес. Каску. Ну, все уже наш, блядь, адмирал, мы уже давно определили, уже ГП даже, да? Да? Ну ладно. Сейчас начну моты раздавать. На готовность. Меня сунить. Сашка, готов пулей? Приставав, точно давайте подыграем. Понурки тут. Спасибо. Редвар, мой народ. Трепещите!
ШП присты, блять, хватит освобожденку набирать. Стоп. Котенок, после фазы поднимешь. Стоп, ДПС. Притяжку ждем. И все равно в притяжку перевели. Сейчас тайминг будет смещен. На трех хилах освобожденка. Пациент. Забери. Кават. Забери. Уйди, уйди. Следующий тоже пациент. Центр, уйдите все оттуда. Сейчас притяжка будет. Притяжка сейчас будет, куда ты пошел? Кого-то налево. Зачем разбили? Че, была притяжка? Ты че ты меня наебываешь? Она должна была быть сразу после тебя. Ну так не кричи тогда. Дернул где-то. Отводи кого. Готовьте ген. Стаки сбросьте за губы. Кого-то. Дайте каску. Да
Два хила в освобожденке. Вот. От мира в центр. По центру. Стаки спустим. Кто-нибудь на нее настакайте хуйню эту. А не это с притяжки? Там 2.5 ляма у босса. Видимо, это. Пятьсот к, добейте просто. О, Талик. Распылитель. Да он тут нужен кому-то, наверное. Ну, потный, конечно. Мне нужно дойти до мента. Кто-то кого-то просто сбаламует. Здесь вот этот трэш творился. Самый вкусный проф. А квест никто не сделал. В смысле никто не сделал? Я сделал. Могу, я тоже сделал. Могу вместо кого-то потанчить, чтобы он ретриком. Просто полутайте синдеру и все. Квест его зачитается. Я успел настакать вам, блять. 2 стака всего лишь. Там одного дивана хватит, в принципе. Правда, если 5 человек не упадет, то одного хватит. Ну че, если я C4 сижу, то я буду по КД на нормальных боссах на замене сидеть. А тебе надо что-то с босса? Конечно, лич нужен. Ну вот, на лича и зайдешь. Ну, тогда ты пойдешься. А какая разница, тебя все равно на замене фуги подается. Да и ДП, ты ИП, но одеваться тоже надо. Врыт, лень. С ума нету? Чуть бей, отойду. Профа хочешь на бару. Локов нету, да. Не добежали. Сейчас залечу тогда. Да сейчас поставим шкаф. Трое на поле. Че, сколько не было? Миша, а че ты печеньку херемовскую ставил в бусь? Я вроде обычную там оставил. Нет, херемовскую. Нет, обычную там. Ладно, помогай тоже. Чего упало-то? Один талик, что ли, и всё? Да и она ничего. Была подписана как ХМ-ка, я её отдал. Так вот почему мне попала обычная печенька. Я думаю, чё ты недоволен? Ты ещё спрашиваешь. Ну так правильно уж на печеньку наебать. Ты в чёшке? Саш. Да, видимо, черево. На пол в кого-то. Где там Джонни? Я там рейд поменял, если что. Джонни, ты на замене. У кого нету 15 000 ДПС на орке, на лича, джайну, можете даже не рассчитывать. Что, так можно было?
Чего я там сижу? На готовность. Ханта, бафните. Габат? Да, еще раз. Народа нет. Лак, лак, пожалуйста, подарок. А, все, готов тогда. Котенок. Ну, рублет он. Он сейчас зайдет. Я уже поставила кирс. Дайте точечно в ногу лету, хп. Спасибо. Котенок, лагер, два. Еще раз на готовность. Вы метки там поставили хоть? А что, тут новенький есть? Всякий. А то потеряется кто-нибудь. Побежит не туда. Например, адмирал. Котенок, ты здесь? Котенок. Она вообще в Дисе? Ага. На всякий случай поставить. А то мало ли. Че, там НСС на холле пала кинули? Нет, я по эрдружке дал. По ваге дайте один. По холле палу один. Еще раз. Носовавка. Что с ней делать? По холюку кину. Меня ешь, я у нас замена. Раздевалку возьми. Ты единственная сова в рейде, ты чё? Ну давай подождем, когда она придет. А ничего не писала? Кирс, напиши Ене, может зайдет на... По-моему, он или она пришла. Я ему написал в ВК, сказал, что он спать пойдет. Не верит уже. Чё, какой заходой? Восемьдесят пять процентов. Стоп ДПС. Чему в РДД вынести? Один процент остался, ребята. Два еще. Сука! Пельмени. РДД кучнее станете.
Красный уходит. Пельмени. РДД кучнее. Десять процентов фазы. Ждем красного. 100%. 38. Стопники 37. Меня. По меткам. Гера. Гимн на хп дал. Вернее, на ману. Полина без маны. Где Антон Рулец? Не на Антон, 2%. Пояс. Другой. Надо Гене сказать, что выпал кожаный пояс, но не сказать какой. Да ему уже похуй, наверное, на него. Косточка со 100% вероятностью падает. А эта косточка вообще кому-то нужна, нет? Она каждый раз падает. ЖКД 6, наверное, как нет. Да постоянно новички забирают. Клад, тебе токен на танка на... Я с ним на ус так нажал. Тебе на танка? Не-не-не, у меня на рэпик. У него танк мейн. Ну да. Вальку не сагрите. Дайте защиту от тьмы. Сейчас поднимется наверх, бафнет. Да мне удар. На лича поменяешь, я убил обратно. Кому косточка-то нужна? Забирай. Вылетаю. Она уже у всех есть, наверное.
Кому лич не нужен? Мне. Мне? Все, я в Долоране. А ты нужна личу? А у нас демон сейчас был на профи? Да. Аркус Хэм нужен кому-нибудь? Котенок, тебе нужен Аркус? Ага, окей. Там Неллис вроде постоянно просила. Мауспект. Ну, это не точно. Да, что это про мейнспект. Если никому, тогда я покупателя добавляю. Че, это весь состав? Ну да, а что еще надо кого? Тебя. На Джайна все равно не пойдем. Почему? Ну как тебе сказать? Я уверен, глубоко уверен, что 3-4 человека сдохнет до ласт фазы. У нас всего лишь 3 БРа. Так можно поменять? На кого не вижу друидов. Допустим, Кислого нету, Йены нету. Хотя бы кто-то с них был бы, я бы тогда зашел бы на сову. Раздавак, это здесь? Выжил. 4 друида нам не хватит, что ли, если ты зайдешь на сову. Так он этих друидов понять не хочет. А, причем одного друида надо будет менять. У нас 2 друида всего лишь. Тимыч. Тимыч. Еще обычно доверие держану. Или танчит, или домашний. Дайте баф по энху. Я тут, чё там? Так, а чё, сказали же, наличие возьмут. Я спросил, кому надо лич, плюс они. Я написал, мне надо, сказали же. Не, это как... Сморчёрт, это сморч. Ты серьезно сейчас? 12 тысячам ДПС на орке ты хочешь попасть на меча? Ты посмотри ДПС на всех других боссов. Я не отстаю от других ШП. У меня, блядь, сопля не дамажит из Т4 по трешу. Будет 15 тысяч на орке хотя бы тогда без... На готовность. Я на орке смотрю ДПС, а не на всех остальных. Лех, там тем рейди написали. Это. Соло-таргет. Если вы соло-таргет под всеми бафами дать 15... У меня от 4Т4 сопля дамажит по всем сразу. И когда трэш выходит, она... 24. Там вот этот АОЕ урон, да, не проходит. Да, она танк ковато. Тут есть, кто тактику не знает? Вовремя ты спросил, когда запустили. Минута, ты тоже пускай тактику. Дайте каску по половине. Короче, первое мое убийство, Джайна, нам тактику рассказывали на ходу. Лучшая тактика — это практика. Теобрио на дисплее, да? А, у нас Теобрио, нет, адмирал. А? Окошко открывай. 10 секунд. У нас ШП много. Нет. Че нет? Есть спойл. Я заражение считаю. Никто не хочет брать вагонов рейд на сложных боссов. Чтобы из-за них, блять, было сложнее. Я не прошу 20-ку, я прошу всего лишь...
Для ЛК контента без Т5 15 это, блядь, ничего сложного. Следующий из чумы. Котенок, вынес чуму. Котенок. Да. Адмирал. Чему в рейде пройди спрелли? Бабушка РД. Как видишь там? Да позвонили немножко. Чума сейчас будет. Диспел. Диспел. Вижу я. Долго думаешь? Я не думаю, я вижу. Куда? Процента фаза. На фазу ушли все. РДД только сферы бейте. Не как всегда. Рулет второго как-нибудь сам. Ковар, чуть ближе, чтобы продиспалить. Он сам может. Сейчас без знакомого. Спасибо. Его поймали, чё? Позиционкой смотрите. Еру после первого осквернения не забудь ловить. Вот подать. Осквернение приготовили. Адмирал, какой процентаж босса? 52. Печеньку не трогай. Трусы РДД разбей. Ромбик, трусы. Трусы РДД. Маны можно? Зайди там коват стан дай. То уже на готове. Осквернение. Девять процентов еще. Лича кучнее. Трусы можете не иметь. Дайте массу этот гнев. Вернение.
4%. 3. Вложу. В ластфазе поднимешь, короче, этот тело прохил. Тело поднимешь Родвара на ластфазе. Сразу только, мгновенно. Ты, Лёх, через стримы родишь? Диспел. Сфера. А народ ловишь это. Сайленс. Маны. Пою гимн. Ем. Сразу мгновенно БР, когда в комнату затянет, станешь. За звездой бегаем. Наперед не забегаем и быстрее догоняем. Кого отвалить? Вылетел? Да, Лорус, не бегаем наперед. Понятно, один. От них снимки прижмитесь. Делорус, есть СС? Да, есть. Дай нам. На нурглец. Первые духи, Неликс, с точки ловить будешь. Если что, Фарада глыбой поможет. Отойдите. Да, русский нехру. Пожалуйста, спасибо. У меня КД 30 секунд. Фарада глыбой. Откатит, должно откатить 30 секунд. Да еще нет. Да. Осквернение. Рада глыба на Эликс тучку. Работает. Сейчас комната. Че в комнате? Там мы сейчас одну комнату 18% снесли. Да, звездой. Звездочка. Встает несколько человек, добегайте. Делорус, не забегай наперед. Бля, я пытаюсь духов выделить и не смотрю под ноги, сори. Аккуратно. Туй. Прохильте. Подлечай, вернулись. Ну! Да. Кто, блядь, в центр осквернения понес? А в кого вообще было осквернение? Анонса не было. Сейчас скажу, что в записи есть. Монород. Монород, что осквернение в центре делал? Это не на нем было, по-моему. Сейчас. Последнее написано на нем. Нет, на ком было, на нем вообще никакого анонса не было. Это не он.
Ну-ка, а мне не кажется. Последняя, значит. Может, кто-то сам скажет, кто ты вот здесь сделал, возле башни. Ну, я потусовался в луже маленько, но на ком она была, я не видел. Сейчас скажу, блядь, подождите. Неужели сложно было понять, на ком... Каждый же видит, когда на него... Череп не повесился на метку. Может, поэтому не разбежали. Мирал, таргет ключа. Таргет был на Фрадо. Нет, сейчас подождите, сейчас посмотрю. Меня вообще следа слышно. Может, на Долоресе был, посмотри. Все, конечно, заебись, а что оно в центре оказалось? Все в центре побежали. Нахуя. Нахуя с осквернением в центр бежали. Есть ничего? Он не знал, что это осквернение, может, мы добавим тоже не проноль. Сейчас, подождите минуту, пожалуйста. Не грузит меня на максимальном качестве. Сейчас вернусь. Спасибо. Я таких случаев видел десятки. Когда не вешается метка, человек не видит у тебя маскирование. И когда с комнаты выходишь, с таргета запомни цель, когда нажимаешь, пропадает лич. Его нужно метка снова. Не вешается, но вы же ощущаете, что под вами появилась лужа? Не, ну когда лужа появилась, это видно. Но дело в том, что если на тот момент, когда она появилась, там стоял хотя бы три человека, то на Сирусе это уже не спасет никого. Лужа здесь растет очень быстро. Хвата, суманить, прохильте. Она что, в дебафы кир скидается, что ли? Она всегда там кидалась. Ты что, не видел, что? В дебафах нет, у себя не видел. Где-то она не кидается. Полка вас таргет берет. В комнате осталось. Просто в таргет берет босс, а то, что в дебафы, я ни разу не видел. Ну сдохни потом этот, блядь, интересно. Суманите еще раз. Сдохнуть там сложно было. В какого-то милика кинулась. Но метки, метки действительно не было. Такое бывает. Ты бы сейчас спрашиваешь, на кого кинулась, а человек может даже не знать, что на него кинулась. Просто бежал в центр и все. Как Редвар? Как Редвар сдох? А, там было осквернение под его валькой, его разбили в осквернение, и он спрыгнул вниз, чтобы его не разлить дальше, потому что он уже большой. А чаржа не было? Там все далеко там были. Там все убежали. Кого вы чаржа? Просто чтобы лужа не расти, он выпрыгнул, и все. Ну если он один просто был. Слабик не там, где надо, его уже повесил. Если он раз... один, то там, блядь, времени достаточно. Бежать. Там уже большая была. Короче, он просто собой пожертвовал, чтобы не лайкнуть нас и все. Вот мне интересно, две последние позиции по ДПС. Ничего, что Бибо, Артемия в три раза больше вас, да? Меня бой висит, не могу ману трогать. Кстати, да что бой висит? Может... Из-за комнат. Что будешь ждать, пока я сейчас путем вязнется? У нас у хилов не фулмана. Так и приди. До своего рейда. Ну, кроме Полина, у всех фул.